Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Артем Динамик, и сегодня мы продолжаем прохождение игры The Walking Dead, второй сезон. В прошлой серии мы познакомились с Карвером, и это было очень напряженное знакомство. Если вы не смотрели данный ролик, обязательно посмотрите. Было очень интересно. Вот, соответственно, сейчас нам нужно найти укрытие, но, я так понимаю, нам нужно найти вот этот дом. В горах есть дом. Как он выглядит? Он большой. Похоже, там будет... Нам будет где переночевать. Бэк, на, поешь. Там что-то вроде подъемника впереди. Горнолыжный подъемник? Должна быть, это лыжная база. Я никогда не каталась на лыжах. Мы с Бэк однажды пробовали. И это было ужасно. Опа. Так. Возле моста есть домик. Большой. Довольно маленький. Там есть мост. Через него можно перебраться? Думаю, да. Отлично. Нам нужно перебраться через мост. Вперед. Погоди. Нельзя туда идти вместе, ясно? Мы попадем в ловушку, если нас заметят. Обходить этот реку слишком долго. Да, но послушай, мы понятия не имеем, кто там может находиться. Прежде всего, нужно привести разведывательную группу. Думаю, разделить группу хорошая идея. Я не говорю, что это хорошая идея, но это лучше, чем рисковать всем сразу. Каковы планы? Мы с Клем разведаем обстановку и убедимся, что на той стороне нас никто не поджидает. Мы не можем прикрывать вас отсюда. Ничего не верю. Клементина стоит остаться здесь. Она... Я справлюсь. Видишь? Все нормально. Все будет хорошо, ясно? Мы скоро дадим сигнал. Ждите, пока не увидите свет на той стороне. Я тоже пойду. Лучше остаться с группой. Я в порядке, Люк. Мне это не нравится. А тебе вообще что-то нравится, Карлос? Я прикрою вас, если что-то случится. Пошли. Не взяли его. Эй, ты уж извини, что я взял тебя с собой. Мне пригодится пара зорких глаз, а Нику сейчас бы я бы не доверил шнурки завязать. Да и остальные на грани из-за Карвера. Прошло 5 дней. Почему Карвер все еще нас преследует? Что самое важное в этом мире? Чего все хотят? Семья? В этом мире не выжить без людей, которым можно доверять. В любом случае, спроси об этом у Ребекки, ладно, я не хочу в это ввязываться. Да мы уже в это ввязались. И не говори. Убьем их. Мне нравится твой стиль. Я прикончу большого, а ты разберись с мелким. Большого убью я. Эй, малышка, я знаю, что ты смелая, но не сходи с ума. Может, я и сошла с ума? Просто придерживайся плана, ладно? Ого. Давай, потяни сильнее, достанешь его. Знаю, я делал это раньше, помнишь? В сарае. И вот так. Отличная работа, малышка. Ау. Рука болит. Так, солнце садится. Странно, почему Клем лежал, я не совсем понял. Ну ладно. Так, их переехало вагоном.
Ой, сзади еще. И сзади еще подбирается один. Черт возьми. Тихо. Я в порядке, просто застрял. Ничего, мы что-нибудь придумаем. Сзади. И по голове. Так. Тихо, Клемчик. Не падать, спокойно. Так, влево. Молоток! Пошла вон! Так, поднимаемся. Все хорошо. Клем, все хорошо, я с тобой, я помогаю. Мачете. На! Давай, Клем! Вот так. Держи палку. Давай, да вылазь. Фу. Он-то поважнее, чем этот зомбяк. Зомбяк не вылезет. Спасибо, Клем. Пожалуйста. Идем. Фу, ребята, да, это было нечто. Снова нас оставили немножко понервничать, да? Ты видишь его? Ага. Just play it cool. Только нервничай. И говорить будешь ты? What? Почему я? Потому что я не хочу ввязаться в драку, а маленькую девочку он стрелять не станет. Just don't make any sudden moves. And don't piss him off. Он с Карвером? Трудно сказать, вряд ли. I don't think so. Кто вы? Меня... Это Люк, а я Клементина. Клементина и Люк. Так, нам показали внешний план, я совсем понял. Ха, вы не похожи на засранцев. Вы засранцы? Я не засранка. По-твоему, я засранец? Вы идете на север, как все остальные? Все остальные? Минимум одна группа в день идет на север. Миграция безумцев все это напоминает. Ты видел девушку по имени Криста? Криста? Возможно. Правда? В смысле, здесь в последнее время ходит много людей, так что не знаю. Возможно, должен сказать, вы хреново выглядите. Если хотите есть, то у меня в домике есть еда, могу поделиться. Что ж, это ужасно мило с твоей стороны, а в чем подвох? Никакого подвоха, у меня много еды. Ладно, спасибо. Да без проблем. Не часто встретишь таких людей хороших, как вы. Как я и сказал, в домике полно еды. Если вы хотите. Какого черта? Как что он творит? О, не-не-не, он... Твою ж медь!
Нормального чувака завалили. Ты в него попал? Куда он делся? Кто это был? Он собирался нам помочь. Откуда ты знаешь? Черт возьми, Ник, я сказал не стрелять. Как, по-твоему, должен был тебя услышать? Я думал, он убьет вас. Выстрел слышали все ходячие. Нужно убираться от того моста. Идем. Блин, алкоголь зло, друзья. Вот набухался чувак, пошел и... Жесть. Что за фигня там была? Я не знаю. Кажется, он держал тебя на мушке. Этот урод целился в тебя, он собирался выстрелить. Правда? Успокойтесь все. Что ты видел, Клем? Тот парень собирался стрелять? Я не знаю, все быстро произошло. Но ты же там была. В любом случае, ты мог задеть кого-то из нас. Да, но не задел. Послушай, я знаю, что вы были близки с Питом, но ты не можешь, даже не заикайся о нем. Ты думаешь, как-то он связан с Карвером? Я не знаю, я не думаю, но он упал. Он упал с моста? Нам нужно продолжать идти. Я не могу, дайте минуту. Ладно. Люк, можно с тобой поговорить наедине? Эй, Клем, у тебя есть еда? Бек сейчас помрет с голоду. Элвин, я же сказал, все в порядке. Извините, ничего нет. Жаль, у нас закончился сок. Ага. Тот человек сказал, что в домике есть еда. Может, стоит проверить? Конечно. Иди, Клем. Да, иди, Клем, проверь. Здоровый толстый мужик сядет, посидит. А Клем пойдет проверит. Шикарно, я просто валяюсь с этого сюжета. Жирный, блин, бородатый дядька сядет и будет сидеть. А маленькая девочка полезет в неизвестный дом, может быть, с ловушками и будет искать еду. Ну, спасибо тебе за поддержку. Я уверен, сейчас говорят обо мне. Люк, он опасен для группы. Ну, кто был этот парень? Он казался хорошим. Черт. Элвин поступил бы так же, будь он на моем месте. Что за черт? Может быть, я и правда схожу с ума? Я уже не знаю. Боже, я голоден. Какой вообще сейчас час? Черт. Черт. Что не так? Я оставил свои часы в хижине. Пит дал их мне. Все, что от него осталось. Знаешь, я пойду поговорю с ними. А, часы, помните? В самом начале мы могли их взять. Но я не рискнул. Сначала давайте посмотрим. Так. Еда. Должно быть что-то остаться. Он сказал, что есть еда. Да, на замке. Ключа нигде не видно. Наверное, он был у того человека. Так, возьми, что там у нас? Нож. WM. Неплохо. Давай ножом. Открыли. Еда взять. Еда и книги. Man, да, я уж думал, у нас все плохо. Только посмотри на этот бардак. Он не врал, что у него есть еда. Хренов Ник. Он пытался нам помочь. Да, и кое-кто погиб. Я не собираюсь судить, это уже все же убийство. То есть ты хочешь знать кто-нибудь, кто может... Я не успел про себя, простите. Много кто. Теперь это происходит постоянно. Это капец, простите за мой французский.
персики. That's funny. Забавно. She looks just Она like похожа you. На тебя. Hey. Эй, Клем, здесь не так уж много еды, ну, и Ребекка, но она ест за двоих. Думаешь, мы можем оставить это между нами? Должна решать вся группа. Знаю, ты права, но сейчас так тяжело. Досадно. Ник был хорошим парнем, но и сейчас хороший. Он просто запутался. Мы все не идеальны. Черт, я рад, что ты с нами, Клементин. Какого черта? Что это такое? Walkers. Ходячие. У нас проблемы. Да, мы видели. Итак, выдвигаемся. Окей. Поднимаемся в гору. Дом, конечно, огромный, не правда ли? Ну, и чего мы ждем? Нам следует быть осторожными. Осторожными? Мы 5 дней в дороге, моя спина уже отваливается. Похоже, никого нет дома. Черт, крепко заколочено. Пойду проверю. Я с тобой. Так хорошо было бы узнать, не следует ли кто-нибудь за нами. Наверное, если обзор будет лучше разведаешь, тебе будет легче подняться. У меня был дом на дереве. Вот и отлично. Он мне не нравился. Нормально. Тоже отсылочка к первому сезону, когда Ли нашел Клем. Там был домик на дереве. Главное, не спеши, я поймаю тебя, если ты упадешь. Наверное. Нет. Когда я был мальчишкой, мы прыгали по грыжам в центре города. Это было здорово. Это глупо. Да, да, верно. Однако штука была в том, чтобы не смотреть вниз. Ты молодец, просто смотри на меня, хорошо? Ты молодец. Знаю, что молодец. Просто стараюсь помочь. Ну, самоуверенный ребенок, как и все подростки. Оу. Залезла. Лес и вправду темный. Опа, фонарь. Я вижу что-то. Что? Свет. Подожди, еще один. Люк. О, там что-то уже происходит. Там стволы друг от друга наставили. Давай, давай. Слушайте, все, вы просто успокойтесь. Кто вы? Вы собираетесь на собакрасть? Прости, дорогуша, но как... Я похожа на вора. Успокойтесь все. Эй, приятель, это ты там сам успокойся. Сара, спрячься. Просто скажи, кто вы. Мы не собираемся вас грабить. Положи пушку. Да пошел ты! Ты че? Братишка! Пожалуйста, просто не делай то, что он говорит. Та-дам! Кенни! Подожди, ты его знаешь? Клементайн? Обними его. Это ж Кенни с первого сезона. Он выжил. Это вообще приятно, Круто. Друг Ли там и так далее. Ну, я так понимаю, что да. Эти люди с тобой? Ага. Поговорим внутри. Отлично, я как раз начал готовить ужин. Вы точно не против?
Скоро начнется гроза. Проходите, пожалуйста. Здорово. Не, на самом деле здорово. Такие приятные моменты. О, как тут уютно. Но скоро сюда придет беда. Она уже за мостом. Флажки тут разных наций. Кенни и Сарита у нас уже несколько недель. Судя по всему, раньше здесь была лыжная база, поэтому у нас тут много еды. Хочешь верь, хочешь нет, но мы все еще получаем энергию от ветряной турбины там на улице. Мы стараемся включать свет ночью, чтобы не привлекать внимания. Но после того, как мы нашли вещи на складе, мы не могли устоять и сделали исключение. Что смешного? Да ничего, Уолт. Уолтер у нас тут самый умный сукин сын, притом готовит неплохие бабы. Ну почему бы нам двоим не поболтать, пока я не приготовлю ужин? Пожалуйста, чувствуй себя как дома, можете оставить вещи там. Да с хрена с два. Спасибо за предложение, оставлю пушку при себе. Вы наши гости, вам не стоит беспокоиться. Пускай тогда и он опустит оружие. Кенни? Ты ручаешь за этих людей, Клем? Они нормальные. Пап, смотри, новогодняя елка. Ну и сейчас, Сара. Разве не здорово? Мы нашли все это на складе. Это нам потрясающе. Ой, там играет музычка, за которой прилетит контент ID. Выключите, пожалуйста, музыку в игре, я вас умоляю. Нет. Я буду тогда разговаривать с вами, потому что, ну, реально, за нее прилетит контент ID, это очень обидно. Я забыл, какое это произведение, но, честно говоря, я его знал. Клем могла и... Хорошо, идем за мной, покажу, где вы будете спать. Блин, представляете, в таком мире, вот, да, вот разойтись и встретиться, и думать, что человек мертв, он жив. Вот, блин, это должно так вообще к жизни возвращать, да? То есть, ну, блин, камин. Жесть. Вообще круто. Вообще! Вы просто окунитесь в этот мир, и вот подумайте, что это значит, эта встреча. Полтора года прошло. Все еще носишь старую грязную кепку, да? Знаешь, я был почти уверен, что вместе с тобой я увижу Ли. Вы двое были неразлучны. А, черт, я не хотел. Просто сложно думать об этом, понимаешь? Ли спас меня. Я знал, что спасет. Эту парня был в сердце огонь. 100 пудов. Черт. Мы с Ли не всегда ладили, это точно, но когда мой сын, ну, он был там со мной. Итак, где ты оказалась в итоге? Я была с Амидом и Кристой. Амид, ну... Мы с Кристой были какое-то время вместе, но потом на нас напали, она пропала. Похоже, тебе пришлось нелегко. Прости, дорогая. А где ты был? Блин, да везде, после саванны. Как ты выбрался оттуда? Криста попала в хреновую ситуацию, я ей помог. Все стало еще хуже. На минуту я подумал, что тут для старины Кенни все кончено. Если вкратце, то мне повезло, очень повезло. После этого я очень долго бродил в одиночестве. Это... Эх. А потом я встретил Сариту, слава богу. Господи, как здорово, что ты вернулась. Вспоминаете былое? Клем, это моя девушка Сарита. Разве она не прекрасна? Приятно познакомиться, Клементина. Эй, Уолл, где Мэтью? Все еще рыскаешь внутри? Ну, разумеется. Что ж, пойду готовить. Карлос, так? Вы не против, если кладу вашу дочь на секретное задание?
Будь на виду, солнышко. Мы можем чем-нибудь помочь? Мне бы пригодилась бы помощь. У нас много припасов снаружи, которые надо занести, а то начнется гроза. Конечно. Клем, почему бы тебе не помочь Уолту с ужином? Да, здорово. Да, вот такое минутка спокойствия какого-то. Привет, Клементина. Хорошо тут устроилась? Да, спасибо. Отлично. Можешь помочь мне приготовить ужин? Откуда ты знаешь Кенни? Мы старые друзья. Я встретил его после того, как все началось. Когда он был с Ли? Да, он нам немного рассказывал. Сейчас без общения с людьми никак. Я не знаю, что бы я сделал без Мэтью. Господи, как же ты мне напоминаешь. Не могу представить, как расти посреди всего этого. Я прекрасно справляюсь. Вот теперь ты говоришь точно так же, как одна моя ученица. А вы говорите, как мой учитель. Приму это за комплимент. Спасибо. Почти готово. Вы сюда удостоите меня чести продегустировать это блюдо, мадам? Ну, выглядит хорошо. Выглядит как каша. Нет, неправда. Как художник, я не приемлю никакой критики, кроме дружеской. Поразительное сходство. Ладно, дальше я сам. Осмотрите дом. Хорошо. Бабы. Так, пойдем дальше. Ну, давайте дом мы осмотрим уже в следующей серии. Вот, потому что время заканчивать. А вам желаю подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы приходили видео, точнее, оповещения о новых видео. Ну и, соответственно, приходить завтра, потому что завтра уже будет новая серия по The Walking Dead сезон 2. И мы продолжим наше приключение вместе с Клем и компанией. Сегодня такое приятное событие, встретили Кенни. Так что, друзья, подписывайтесь, не стесняйтесь, ставьте лайки под видео, потому что это помогает делать новые ролики. И напоминаю, что ролики выходят в 10, в 2 часа и в 18:00 по Москве каждый день. А с вами был Артём Динамик. Всем пока, друзья, до новых встреч.